Лето. Еще не жара, но уже тепло. Жители хотят купаться, но ограничительные меры пока этого не позволяют. Когда откроют сезон, зависит от эпидемиологической обстановки. Но специалисты уже готовят пляжи к массовому наплыву отдыхающих. Экипировка в порядке, баллон с воздухом полон, к погружению готов. День за днем водолазы продолжают очистку водоемов от мусора. На вид вполне чистая вода, но порой чего только в ней не найдешь. Самая опасность представляет арматура и торчащие куски бетона. Стараемся их, как бы сказать, обезвредить в первую очередь. Но попадаются, конечно, и стекла, и бутылки, и покрышки. То есть много что можно найти там на дне. График напряженный. Надо проверить все разрешенные купанию места. У нас 13 пляжей подготовлены в республике, 4 это в Чебоксарах, вот Новочебоксарске, Шумерле. Уже осмотрели место для будущего места купания, Марпасад, Козловка. Вот выезжаем в Ядрин, бригада работает водолазов в Алатыре, в Алатырском районе. Чтобы купаться без риска для здоровья, температура воды должна быть выше 20 градусов по Цельсию. Сейчас она в районе 15 градусов. Все пляжи Чебоксары и Новочебоксарска уже готовы к началу сезона, но откроют их, как только снимут ограничительные меры.